первым. А здесь, на площадке МЧС, спасатели сегодня узнали, что дети могут не только создавать чрезвычайные ситуации, но и успешно их решать и спасать своих же сверстников, а также взрослых. Кстати, вот как это происходит. Так положим. Лапки, руки разогнутые, колени прямые. И начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Узнать, что же еще интересного есть на площадке МЧС, сегодня мы решили с Денисом Клявером. Привет, друзья, мне очень интересно. Я весь в предвкушении, со мной товарищ полковник. Это же детский праздник, именно поэтому сегодня выставлены все образцы, они реальные. На них можно на всех посидеть, можно покататься, попробовать себя в роли такого штурмана. Это средство поисково патрульное, оно используется в летнее время. Оснащено двигателем до 10 кВт, весельное устройство при необходимости и спасательное оборудование. Это подводный телеуправляемый аппарат. Управляется он оператором на берегу, сам аппарат работает под водой. Используется там, где работа водолазов нецелесообразна или небезопасна. Ну, да. Еще одно инновационное средство покажем, которое используют уже второй год. Так называемый подвижный спасательный пост. Целый штаб, да, на колесах получается? Здесь все есть. Возможность для отдыха спасателей. Джакузи, да? Бар. Джакузи нету, но... С сегодняшнего дня официально открыты зоны отдыха на воде в городе Москве. Тройная повышенная. Работа прибавится. Среди групп риска можно назвать детей в первую очередь, поскольку у детей наиболее затуплено чувство самосохранения. И у нас вот создан такой обучающий экземпляр замечательный. Мы его все зовем Гоша. Гоша, да. Мы его оживляем. Пойдемте к нему поближе. Вот он потерял сознание. Просто... Вот он не может. А наша медицина, пожалуйста. Просто пожалуйста, я... ребят, давайте, покажите. С резиновым это никогда не делали. Руки прямые, локти не... На 2-3 сантиметра. Пошло, да? 30 раз. Раз, компрессия. Два. 41 год еще до этого ни разу не целовал мужчину. Нос. Надо когда-то начинать. Нос сажать, да? Ну, чувак, ты будешь жить. Так, вот так, да? О, да! У него надуваются легкие. Дэн, молодец, давай. Слушай, я же духовик, трубач. Я могу надуть его так, что он лопнет. А вы не пробовали вот наподобие Татьяны сделать манекен? Мне кажется, будет больше желающих. Есть и такие манекены у спасателей. Дайте мой сегвей! Вы смотрите, друзья, «Армейский магазин».